Доброе утро, Полтава! С вами я, Александр Демидович. Сегодня 1 марта 2017 года. О погоде. Сейчас плюс 2, в течение дня до плюс 10 дойдет. Небольшая облачность, ни дождя, ничего такого не обещается. Весна. Не просто так слово, не просто по календарю, ну и по жизни получается весна. О валюте. На утро Национальный банк, ну это быстрее всего на вечер, заявил 27.16 доллар. Межбанк 27.15, 27.20 доллар. Евро 28.78 на 28.83. Наличные операции 27 ровно на 27.20. Это доллар. Теперь на тротуарах. В Полтаве очень слабенькие предложения, но все равно есть. 27.08 на 27.20 доллар и евро 28.60 на 28.80. О бензине, о топливе на наши автомобили. На заправке ВОХ на сегодняшний момент цена 92-й 25.99, 95-й 26.99, дизельное топливо 21.49. Еще раз, это на заправке ВОХ. Средняя цена на топливо по всем заправкам 92-й 23.62, 95-й 24.46 и дизельное топливо 22.07. Еще об одном. С сегодняшнего дня, говорят, подорожала электроэнергия на 25%. Неприятно, но что поделаешь. А вчерашнем? Вчера у меня был день рождения. Всем поздравившим большое спасибо. Извините, если кому-то не успел ответить. Я действительно был поражен, удивлен. Сегодня рано утром я проснулся, попытался сделать для себя отчет. Меня поздравило за вчерашний день 1780 человек. Поздравления были с Америки, с Канады, с Австралии, с Японии даже одно поздравление было. Европа почти вся. Нас видят, нас мониторят, смотрят, что у нас в Полтаве происходит. В личку часто отзываются люди. Но тем не менее, все, большое спасибо всем поздравившим, всем здоровья, удачи.